против, что ли? Ты же сказал, мне нужен водитель для президента. Сейчас. Можно водителя их обаять. Тут тепло. О, здесь тогда. О, классно. Очень здорово. Да. Ну как Глеб говорит, третий ряд, да? Да. Так, это здесь, как видишь, здесь можно спокойно сделать спальню. Конечно. Пахнет баней. Это отделочные материалы такие. Из чего они сделаны? Пластик, что ли? Понятно. Три этажа. А, вот, мансардный. О, и еще выше. Да, слышу. Очень маленький. Ну что, две спальни. Угу. До дома лестница. Практически. Ну, может, планировка просто. Ой, лестница, это страшно. Ну, здесь зашли. Зашли. Господи. Я же испугалась. То есть вот здесь была спальня, да? Угу. Все, а здесь вот тоже на коридор, здесь нельзя, потому что здесь лестница. Нет. Так это... этот дом, он не предназначен, чтобы тут еще одну спальню, 10 спальней сделать. Я понимаю, но нам тут... Где душ? Душ? Хороший вопрос. Вот это вот здесь мне нравится. Индивидуальный проект, разработанный именно под офис. Сколько стоимость? Под, под вечеринки тоже хорошо. Это вот этот вот, вот дом, да? Информации о Сайт. Таких домах и об этом доме на сайте. Именно вот этот дом в закладке «Уникальные дома». Угу. Можете взять сумочку, там вся информация вместе с каталогом. Естественно, написан сайт вот, да. Компании. Угу. Да. Да вы сайт скажите, где написано. Он прям на сумочке написан. ГВД. Вот-вот. Вот-вот. Спасибо. Пожалуйста. А как будет? Мы так же сбоку она не могли взять. Спасибо. Давай я каждый дом буду отдельно снимать каждым роликом. Или лучше сразу там одним. Ну ты готов на это, да, потратить 3 часа? Времени. Что, паузы ставить? 3 часа времени. Ну, вот рядом с соседнего крыльца.
вы не пришли к ответу? Ну или давайте видите. Здрасте. Если будет желание. Здравствуйте. Спасибо большое. Хорошо, ну, всего доброго, удачи. Здрасте. Можете везде пройти, будут вопросы, спрашивайте, пожалуйста. Я пойду здесь. ehg.ru Спасибо. Бассейны. Так, мы... Слушай, будем во все заходить? Давай маленькие. Я на паузу ставлю.